В жилом комплексе «Бульвар оптимистов» не до скуки. Звучат зажигательные песни, выступают яркие коллективы. В общем, настроение у жителей домов соответствует событию. Оно и понятно. 25 февраля в Рязани открылся памятник оптимисту. Мы надеемся, что этот молодой человек, смотрящий в будущее, будет каждый день радовать вас, что, глядя на него, вы захотите совершить что-то новое. У пьедестала мечтательного романтика рязанцы решили зародить новую традицию. Здесь можно загадать желание, бросив монетку, и оно обязательно сбудется. Загадать желание пришла и Анастасия вместе с детьми. Девушка живет в новостройке «Капитал строитель жилья» на проспекте «Бульвар оптимистов». Современный дом, безопасная площадка, бульвар хороший, ничего очень нравится, территория закрытая. Сегодня можно и самим увидеть, как живет Анастасия. В новостройке «Капитал строитель жилья» организованы экскурсии по шоурумам. То есть здесь можно не только по уютному двору прогуляться, но и пройтись, возможно, по своим будущим квадратным метрам. Мы не строим жилье, в котором невозможно жить. В нашем ассортименте нет 20-30-метровых квартир. Минимальный размер наших квартир – это 40-45 метров. Комфортная смарт-планировка дает возможность комфортно проживать в семье из трех и иногда более человек. Кроме квартир, можно увидеть и то, как оборудованы сами жилые комплексы. В каждом – детские комнаты, где мамы могут провести время с детьми, отметить день рождения или провести мастер-классы. Есть бесплатные спортзалы и даже лобби. Записаться на экскурсию в новостройку от «Капитал строитель жилья» можно в любой день. Помимо жилых квадратных метров, которые, конечно, важны для каждого дольщика, мы все-таки большое внимание уделяем придомовой территории. У нас наши дома располагаются только в районах с развитой инфраструктурой. Детские сады и школы располагаются всегда в шаговой доступности. Помимо этого, наша придомовая территория всегда обеспечена большими парковочными зонами, которые обязательно отделены от детских площадок, чтобы дети находились в полной безопасности. Сами детские площадки отвечают современным требованиям. Большие квартиры, удобный двор и развитая инфраструктура – достоинства ЖК «Бульвар оптимистов» уже оценили многие гости мероприятия и наверняка успели загадать желание с монеткой, чтобы у них тоже была уютная квартира с развитой инфраструктурой от «Капитал строитель жилья». Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».